Серега, это был максимальный перехват. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Дарт Вейдер, Неон Леон, King on Fire, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта Школа Балди, аниматроником будет управлять подписчик. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем убегать. Дим, беги. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Мы взяли такого аниматроника, который не может мочить на расстоянии, ему надо максимально близко подойти и нас убить. Оп. Ну что, ты сможешь сюда залезть как-то или нет? Мне интересно. Это как-то нечестно, Дим. А я спрыгну, Че нечестно? Мы же используем свой скилл, а скилл у меня подсказывает, что надо играть нечестно. Ой. А где он? Я его не вижу. Вон он забыл. А, вон он. А ну давай, иди сюда, быстро. Так, что, может, вовнутрь школы все-таки пойдем? Ну, там сейчас двери какие-то будут закрыты. Мы... Серега, ну ты же закрыл калитку передо мной. Это подпись такая, знаешь? Это специально. Ой, он уже взял этого. Не, давай Синди, это сильно быстрый. Это очень быстро. Ты сейчас быстро всех поубиваешь. Давай медленного. На скилл. О, Серега, ты уже тут. Тикай. Может, какой-то есть нычка на этой карте или секретный, не знаешь? Ну, вроде есть здесь эта секретка с летающей шваброй. А, ну такая секретка, швабра это летающая. Так, вы его видите? Нет. Я не вижу. Нет. Нет, Серега, не загораживай калитку, я боюсь. Я хочу сегодня долго тащить. Так, надо везде двери открывать, чтоб у нас был свободный. Нельзя, ну Серега, ты против меня или против нас? Ой, или я против всех. Ой-ой-ой, прям перед носом. О, Серега, я знаю, где можно хорошо повыживать. Где? Это в столовке, где столы есть. Он тут не сможет нормально бегать и будет запутываться. Ля-ля-ля, я придумал, как долго тащить. И мы будем сегодня максимально долго выживать. Кстати, тут еда есть. Еда? Где еда? Ага. Где есть еда, там и я. Нельзя еда. Моя еда вода. Бежит, бежит, бежит. Серега, будь внимательный. Смотри, как меня сожрать хочет. Не получится. Сегодня на обед вареный Димас. Нельзя быть вареным Димасом. Так, ребята, давайте мы будем обманывать. Я так понимаю, что он еще никого не убил, и он один аниматроник. Было бы двое, конечно, было бы проще. Но не надо поддаваться. Хочу, чтобы King on Fire сегодня страдал, как настоящий страдалец. О, тут бутер мой. Серега, бутерброд. Ой-ой-ой. Вот, а эти, ты, кстати, этим никогда нас не убьешь. Это очень медленный. Но он бьет тоже, знаешь, больно. О, уже кого-то ударил. А он ему поддался, я видел. Так, Серега, я вспомню, надо валить. Закрываем двери везде. Дима меня решил потроллить. У меня, короче, такой скин, что я могу прятаться за партами. Маленького засранца взял, спанч-сранча. Да зачем ты обзываешься на моего классного спанч-сранча? Ой, спанч-боба, не надо так делать. Правда, не обижаются, Дим. А, меня замочил. Карма. Мгновенная? Да. За спанч-сранча. Ты тоже спанч-боб, что ли? Нет. Я тебя спанч-срачем назвал, и меня это замочило. Потому что нельзя обзываться на меня. Ну все, теперь я за тобой выхожу, Дима. Да ладно, ты что, аниматроник? Да, ну, Серега, аниматроник. Ну пожалуйста, пощади меня. Нет. Меня съели, теперь я аниматроник. Не-не-не-не-не, я буду сегодня максимально долго выживать. Ну-ка, кто у нас аниматроник? King on Fire, Дарт Вейдер, ты... Получается, и кто? Неон Леон еще живой, да? Живой. Да. Вейдер, встань. Нельзя так. Нельзя так. Можно только Сереге так делать. Я двух уже замочил. Ты что, псих, что ли? Да. Ну, Серега, ну будь добрым, пожалуйста. Я, короче, в классе, где закрыта дверь, ты должен меня найти. Я надеюсь, у тебя получится это сделать. Я специально закрыл двери. Ну, открывай и ищи меня. Где-то я есть.
Короче, я оставляю двери открытыми. А я закрою после того, как ты это сделаешь. Не. Я буду бежать и закрывать их за тобой. Ты дурачишь, да, меня? Не. Главное правило, всегда мне верь. Я говорю только правду. Да-да-да, верить. О, слышу, слышу, кто-то двери щелкает. Так-так-так. Да блин, ну зачем ты взял, прибежал на Серегу привел? Он специально это сделал, ты бы меня искал очень долго. Че, получается, всех нашел? Вон там челик еще, не он ли он. Так, о, все, его съел. Ну че, ребята, все. Теперь я буду аниматроником, а вы прячьтесь. Давай тогда возьмем, раз Серега взял быстрого, я тоже буду быстрого брать. Я к ним по-хорошему, со всей душой, а Серега взял меня и убил. Ты же добрый, Серега. Согласись, меня не было видно, да, пока он не прошел в ту сторону? Нет, на самом деле, твою тень было видно, почему. А, ты сразу спалил, что я там стою? Да. Ах ты хитрый. Три. У тебя был... Два. Один, Сережечка, давай, говори, что ты хотел. Не смог, не смог. Как я тебя не убил? Я же должен был тебя реально замочить. Каким-то образом ты везунчик. Блин, это тупо повезло, повезло. Повезло, повезло. Это точно здесь срабатывает. 100%. Соточка инфа. Знаешь, наполовину повезло. Я вообще тебя закрыть хотел на улице, чтобы ты там сидел. Так, ну чё? Ты проиграешь. Эй! Да я его хочу... Не он ли он сам себя запер в классе и проиграл? Ну, очень умный человек. А ну вот этот... Аниматроник, он быстрее? О, этот побыстрее! Эй, иди сюда! Кинг оф Арт, Серега, в этот раз я всех убью очень быстро. Ой, ты злей меня, Дим. Да, я очень злой аниматроник. Я готов рвать каждого, кого вижу на своем пути. Так, а ну, Сережечка, Сережечка мой. Где же ты ходишь? Нет, это не Дима, это Чили, пизрик аниматроник какой-то. А где он, пацанчики? Ой, в столовой. На кухне в столовой. Кухня столовая, хожу по столу в столовой. Эй, там люди кушают, а ты топчешь ногами. Ну, я, ну что, уборщица уберет, не впервой же ей. А я тебя сейчас за это убью, за то, что ты топчешь новые столы. Так, а я не сзади стал. Вижу, вижу, вижу. Сережечка, я теперь от тебя не отстану. Вот это скорость. Ах ты жопа. Настроение, ребята, классное. Надеюсь, вы сейчас кушаете и улыбаетесь, как мы. Давай скорее за Сережкой. Я его потерял. Лопух. Да не лопух. Блин, я лопух, Дим. Пацаны, давайте Серегу мочить. Пожалуйста. Давай, найди. А чё, я спрятался. А, ты запрятался? Да. Хорошо. Хорошо. Я же профессиональный искальщик. Да. Вторая серия. Ищем Серегу. Третья серия. Увидели голову. Так его нету. Да-да-да, пятая серия. Серега найден. Вижу, вижу челика. Сейчас я его убью. Ах ты! Да я таких, как ты! Мочил на обед и ужин, и завтрак. Так, Серега, теперь нас очень много, и тебе сейчас придется не очень-то и сладко. Так, у Сереги скин Папайрус, правильно? Правильно. Так, я насколько знаю, на другой карте здесь нычка, но сейчас ее здесь нету. О, ты чего? Нельзя ходить так просто, надо умирать. Так, пацаны, давайте, все Сережку ищем. Этого хитрозадого челика. Так. Ты точно всех съел? Может быть, кто-то уцелел? Да нет. А вроде и да. Так, один тут стоит на шухаре. Ребята, ну где он? Он, наверное, сюда побежал и закрыл за свой калитку.
Слышь, карта не такая-то и большая, чтобы тебя не найти. Давай, найди меня. Я тебя найду полностью. Не найдешь, я найду. И взорву. Нельзя взрывать. Можно. Нельзя. Можно. Так, ну что, ты его видел? Не видел. А, может тут... Ой, классная нычка была бы здесь, но он ее не использовал. Да что ж ты делаешь? Своих, friendly fire, friendly fire. Чилик нашел, я убегаю от него. Так, ребята, давайте, гоните его к себе. Ой, ко мне. Так, Серега, давай так, если ты в течение минуты не умираешь, то ты можешь взорвать бомбу. Ребята, у нас есть минута для того, чтобы не дать Сереге себя убить. Максимально все силы кидаем в его сторону. Только я не знаю, где он. Вы его видите? Я его не вижу. Где-где? Батут, Сереженька, ты батутный человек. Сейчас мы тебя убьем. Все за Серегой, все за Сережкой, быстрее. Че такой медленный? Серега, это был максимальный перехват твоей персоны. Ну что, давай еще один сделаем стычку, все-таки я надеюсь, ты сейчас сможешь. Давай, если в течение полминуты мы тебя не убиваем, ты можешь взорвать нас. 3, 2, 1. Все за Сережкой. Ребята, давайте, все за ней, мы не должны дать себя убить. Так, подождите, а куда он побежал? Ага, он сейчас зашкерится в классе и будет бомбу искать нам, да? Так, 20 секунд осталось. Фаер у вас. 15 секунд осталось. На улице? Быстрее. 10 секунд осталось. Серега, я тебе не дам бомбу положить. Я тебе просто не дам этого сделать. Быстрее. Вот он. 5 секунд осталось. Эй, ты что используешь? Быстрее за Серегой. А что ты используешь? Ты что, меч вот этот, да, звездный этот воин? Попрыгунчик я. Все, Серега, ты можешь использовать уже бомбу, только мы тебе не дадим этого сделать. Быстрее открывай калитку. Куда он побежал? Ах, он жопа. Он уже бомбу положил, не дайте ему взорвать. Не дай. Ну, Серега. Есть. Бомба наша. Давай, Серега, приди, взорви свою бомбу. Сможешь или нет? Ай, кто ее активировал? Ну, не он ли он? Зачем ты это сделал? Бегите! Просто бегите. Ой, я живой. Ой, сейчас будет жесткий, да, взрыв, я так понимаю? А что это за бомба, Серега? Ой, я живой. Ха-ха-ха! Вот это яркий свет. Аня. Да, я живой. Кстати, 1500 жизней всего отняла. А, нет. Забираю свои слова назад. Не забрало. Ребята, если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.